Здравствуйте, в эфире новости, с вами в студии Ирина Баракина, и сегодня главные темы выпуска. На 200 миллионов больше правительство региона выделило дополнительные средства на ремонт многоквартирных домов в Серпухове. Большой ремонт в городском округе начнут реконструировать плотину на Наре. Сказочная акция детской библиотеки подарили более 100 новых книг. На капитальный ремонт многоквартирных домов правительство Московской области выделило дополнительные 200 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня во время отчета главы муниципалитета Дмитрия Жарикова перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Стратегически важно опираться на жителей, на их мнение, на управдомов, на взаимодействие по качественному капитальному ремонту домов. Мы за это время порядка 10 тысяч домов уже отремонтировали. В этом году план 1900. В соответствии с региональной программой до 2049 года в Серпухове отремонтируют 1534 многоквартирных дома. Только в прошлом и позапрошлом годах выполнены работы в 103 многоквартирных домах на общую сумму более 600 миллионов рублей. С учетом объединения Серпухова и района, власти городского округа, правительство Московской области и фонд капитального ремонта скорректировали план работ, в который вошло еще 103 многоквартирных дома на общую сумму 837 миллионов рублей. В связи с плачевным состоянием жилого фонда на территории бывшего Серпуховского района главой региона Андреем Воробьевым было принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт еще 22 домов на общую сумму 200 миллионов рублей. Таким образом, только в 2019 году в городском округе планируется провести капитальный ремонт в 125 домах. Плотину на реке Нара отремонтируют в следующем году. Организация работ по обслуживанию гидротехнического сооружения поручена МУПФД «Канал Сервис». Администрация города Серпухова в 2018 году был заключен муниципальный контракт на проектирование капитального ремонта плотины на реке Нара. Научно-технический центр Мещерский, город Рязань, выполнил данный проект. В 2020 году будут заложены деньги на проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения. Верхнюю и нижнюю часть Нара очистят от наносов и ила, которые образовались в процессе эксплуатации гидротехнического сооружения. После основных ремонтных работ специалисты приступят к вырубке зеленых насаждений по руслу реки и к благоустройству прилегающей территории. Напомним, плотина была спроектирована в 1956 году, построена в 1959. В первый раз ее ремонтировали в 1976. В 2009 по поручению администрации Серпухова были приведены в порядок левые устои гидротехнического сооружения. Безопасность превыше всего. В Серпухове сегодня прошла комплексная техническая проверка региональной системы экстренного оповещения населения, а также объектовая тренировка с эвакуацией на территории больницы имени Семашко. Подробности в нашем сюжете. Тревожный сигнал «Внимание всем» звучал сегодня на серпуховских улицах с 11 до часа дня. Цель звукового оповещения – привлечь внимание граждан, подвергающихся воздушной и химической угрозе, при техногенных авариях и радиационной опасности. В мирное время на постоянной основе по всей Московской области проводится техническая проверка региональной системы оповещения. В диспетчерскую аварийно-спасательной службы «Юпитер», а также в ответственные организации других муниципалитетов, учебный сигнал пришел из Звенигорода. В рамках комплексной технической проверки региональной системы оповещения Московской области в городском округе Серпухов задействуется система оповещения населения, в которой будут проверены 34 электросирены, которые расположены на территории городского округа. Также будет проверено оборудование, которое отвечает за перехват теле- и радиовещания. На этом учебно-тренировочный день Юпитера не заканчивается. Решением губернатора Московской области поставлена задача администрациям муниципалитетов совместно с подразделениями МЧС провести тренировочные занятия по эвакуации с объекта массового пребывания людей. Сотрудники структурных подразделений Серпухова выехали в направлении больницы имени Семашко. На объекте имеются больные, лежачие, тяжело больные, поэтому для всех служб этот объект представляет серьезное внимание. В самом начале объектовой тренировки состоялась вводная часть, на которой главный врач медицинского учреждения Николай Ефременков проговорил последовательность действия сотрудников больницы с момента поступления сообщения об обнаружении очага возгорания и заканчивая эвакуацией больных.
процессе тренировки сотрудниками противопожарной службы и медперсоналом были отработаны действия по обнаружению и эвакуации пострадавших из стен условно горящего здания, эвакуацию лежачих больных, а также отработано применение такого спецсредства, как «Куб жизни». В финале учебной тревоги заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Серпуховскому району Алексей Зуев провел обучающее занятие по использованию огнетушителей для медработников. Пользуясь случаем, я хотел бы донести до жителей Серпухова, что значит, они сами становятся, так сказать, участниками. Кто приходит в ту же больницу, они тоже самое становятся участниками этих мероприятий, то же самое эвакуируются с другими больными, с персоналом, поэтому это надо смотреть, на это надо смотреть спокойно. В общем-то, как бы сказать, тренировочные занятия, они должны быть, и, в принципе, они воспитывают в людях правильность действия в чрезвычайных ситуациях. Медперсонал и сотрудники подразделений Государственной противопожарной службы продемонстрировали слаженность и оперативность при чрезвычайной ситуации. В рамках недели детской книги члены партии «Единая Россия», депутаты, Союз женщин Подмосковья и неравнодушные серпуховичи организовали акцию «Подари сказку». Детской библиотеке в Липецах подарили новые книги. Лично ребятам вручили фломастеры и книжки для раскрашивания. Подробности в репортаже моих коллег. Организаторы акции дарят книги в подарок библиотеке и каждому ребенку вручают раскраски и фломастеры. На праздник к юным читателям заглянули и сказочные персонажи. Напомнили, как важно любить читать. Здравствуйте, а вот и я. Рада видеть вас, друзья. Я королева книги. Акция очень важна. Очень важна. Почему? Потому что, судя по всем отзывам родителей, дети очень стали мало читать. Чтобы дети читали, чтобы дети развивались, им, конечно, надо дарить книги. Мальчишки и девчонки подарком обрадовались, охотно разгадывали загадки о книжных героях. Жители города Серпухова сегодня реализовали свои чаяния и подарили книги сельским ребятам, которые, я думаю, в этом нуждаются, да, и которые были очень рады нашему приезду. А дети, конечно, они любят новые книги, вот, потому что все яркое, красочное. Вот, их, конечно, в первую очередь их привлекает картинка, а уже потом они открывают книгу, видят, заинтересовываются и, конечно, берут их домой. Большая часть подаренных книг из школьной программы. Ребятам наверняка пригодятся эти издания и на уроках литературы, и для чтения во время каникул. Мы привезли литературу, которая, в принципе, школьная программа для детей. То есть «Тихий Дон», все, что проходит в школе. Очень много чисто по школьной программе. «Война и мир», ну и так далее. Фантастики очень много привез. То, что интересно как раз на каникулах читать. Сам любил очень фантастику. В библиотеке нужно, чтобы дети оттуда брали книги и знали, что читать это хорошо. Акция «Подари сказку» стала уже традиционной для городского округа Серпухов. Только в этот раз было подарено более 100 изданий. 200 фотоисторий об успешных женщинах Подмосковья. Мама может все. В Серпухове стартовал региональный проект по развитию женского предпринимательства в Московской области. На открытии фотовыставки собравшиеся обсудили государственные программы поддержки предпринимателей и развития бизнеса. Одним из главных гостей мероприятия стала председатель комитета по развитию женского предпринимательства Любовь Геращенко. Проект, который должен показать маме, женщине, жене, что рождение ребенка и, как правило, второго, третьего и даже пятого – это совсем не повод закрыться от мира. Это как раз-таки повод и стимул найти новую себя, найти новый путь, найти новую мотивацию, стать финансово независимой и финансово успешной. Изначально он задумывался просто как фотовыставка в 10 городах Московской области. Но сегодня уже мы можем сказать, что это 200 бизнес-историй успешных женщин-предпринимательниц, 20 из которых проживают в нашем городе, городском округе Серпухов. И мы гордимся ими. На мероприятии присутствовали представители администрации Серпухова, Министерства инноваций Московской области, инфраструктурных объединений, торгово-промышленной палаты, бизнес-инкубатора, налоговой службы, предприниматели, парламентарии. Я настолько восхищаюсь, что это люди, которые сделали себя сами. И они никогда не останавливаются. И когда мы говорим о том, что вот чего-то надо достигнуть, чему-то надо стремиться, вот он пример перед глазами. То есть он перед нами всегда. Серпухов стал третьим городом в Подмосковье, который принял участие в региональном проекте по развитию женского предпринимательства в Московской области. Фотовыставка «Мама может все» будет работать еще неделю.
Когда работодатель недобросовестный? По просьбам жителей сегодня в здании администрации сотрудники Государственной трудовой инспекции провели прием. Вот здесь вот, значит, заполните все. Ну и, соответственно, дальше будет проведена проверка. За консультацией по различным вопросам трудового законодательства обратилось 9 человек. Людей волновали вопросы невыплаты пособий по беременности и родам, несоблюдения сроков получения зарплаты. Соответствующая консультация была получена и по порядку начисления выплаты премий по поводу незаконного сокращения работников. В отношении женщин, которые там находятся в положении, либо имеют детей маленьких, мы в первую очередь, естественно, все это рассмотрим. Ответы обратившихся за помощью в трудовую инспекцию получат по электронной почте в течение 2 недель. Детский сад «Умка» отпраздновал юбилей. Учреждению исполнилось 5 лет. Педагоги и малыши сегодня принимали многочисленные поздравления, в том числе от представителей администрации, комитета по образованию, парламентариев и почетных гостей. Строительство ушло достаточно тяжело, кратчайшие сроки, потому что это для Микрорайона бумажной фабрики, это как для России был Крымский мост сейчас. Социально значимый объект. 15 лет не было детского сада, водили на красный текстильчик или город. Сейчас в детском саду занимается почти 200 воспитанников. Функционирует 7 групп. С детьми занимаются педагоги высшей категории. Сейчас, на данный момент, коллектив мой, наш, я хочу сказать, что мы сформировали. У нас профессиональные педагоги, которые все имеют первую высшую категорию. У нас творческие помощники воспитателя и младшие воспитатели, творческие, одаренные, золотые руки. И технический персонал, который, я так и говорю, что золотые руки. Детский сад номер 7 был построен в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в марте 2014 года. «Умка» имеет высокое материально-техническое обеспечение, музыкальные и спортивные залы, а также бассейн. В Серпухове стали известны места выдачи инвентаря жителям, которые решат прийти на субботник. Тем, кто соберется принять участие в акции чистоты во дворах многоквартирных домов, нужно будет обратиться в управляющие компании. Для активистов, которые захотят выйти на уборку общественных территорий, будут выдавать грабли, метлы и пакеты для мусора на площади Ленина, бульваре Захаркина и в сквере напротив Дворца культуры «Исток». Также пункты выдачи будут работать в сельских поселениях бывшего Серпуховского района. Подробнее адреса можно узнать на официальном сайте администрации городского округа. Напомним, уже с этой недели в регионе стартует сезон субботников. Он продлится до конца месяца. Всего запланировано 4 масштабные акции, которые завершатся финальным мероприятием 20 апреля. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» состоялись первые игры 3-го тура открытой мини-баскетбольной лиги «Подмосковная звезда» среди девочек 2009 года рождения. С 25 по 27 марта 8 команд из Подмосковья, Москвы, Питера и Калужской области будут бороться за путевку в финал. Это заключительный тур, который подводит итоги предварительного этапа. И по итогам 3-го тура определится последняя команда, которая будет играть в майском финале. Финал открытой мини-баскетбольной лиги «Подмосковная звезда» пройдет в Серпухове. На мероприятие съедутся лучшие команды страны. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте otv.defismedia.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь.